Sokolov's work includes 17 feature films, plus a huge, huge amount of other kind of cinema works of various formats, some very long, some very short, some like series. And this all together, which is incredibly coherent. Кино никогда не было для меня великим искусством и сейчас не является великим искусством. Кино для меня – это одна из форм культуры, которая к сегодняшнему времени гораздо больше виновата, чем имеет какие-то достижения и какие-то художественные уровни особенные. Was macht der Tod? Stirbt der Mensch ganz? Die Wissenschaft besagt, dass der Tod existiert. Aber das Leben gibt die gleiche Antwort. Поэтому кино полностью основывается на том, что к моменту его возникновения было свободным на рынке культуры. Бери, не хочу. Бери все, что угодно. Музыка, пожалуйста. Характер. В театре великие актеры, бери оттуда. What kind of a process which is so much beyond the usual notion of plot, the usual notion of psychology, the usual notion of action, not necessarily violent action, but any kind of action which conveys something which is on another level. Трудно сказать, кино все же очень рукотворное явление. И поскольку кинематограф – это оптическое искусство, оптическое от слова оптика, к сожалению, то я пытаюсь найти какое-то визуально-оптическое решение как бы вот изображения. Стремление, чтобы фильм для зрителя был бы открытием некоторым и формы, и сюжета, и новой личности. Вот это стремление, в котором я как бы внутри еще существую. Ну, это, конечно, сложно, потому что... Здравствуйте. Вишневская человек огромного мужества, решимости, смелости и великий артист, великая оперная певица. Но в ней этот грандиозный дар драматический был всегда, на мой взгляд, я его видел всегда. И если бы Галина Вишневская не согласилась в этом фильме сниматься, я просто не стал бы его делать. Потому что она в моем представлении олицетворяет вот этот вот женский, великий какой-то женский архетип русский. Вот на таких характерах, на такой статности, на такой силе, в общем, держится русский народ. Cameras you worked with in while shooting Russian Ark? Ну, это проблема сугубо техническая, потому что задача снять фильм без монтажа, это означает, что включив один раз камеру, мы выключаем ее через полтора часа только.
Мы снимали на камеру первого поколения High Definition, Sony High Definition. Это первые камеры, которые только вот фирма Sony. Я обязан был это уметь. Поэтому всем, кто находится в зале сейчас и кто предполагает, что он будет работать в кино, пожалуйста, учтите, что вы должны знать все, уметь все. Иначе вы никогда не сможете ни с кем разговаривать. Все члены съемочной группы будут умнее, мастеровитее, чем вы. И на любую просьбу или распоряжение вам скажут, это нельзя. А вы должны сказать, можно и необходимо. И я знаю, как. Вы должны это сказать осветителю, оператору, звукооператору, актеру. Вы все должны уметь и все должны знать. Все, что касается и технологий, и художественных вопросов. Это сложность, это самая большая сложность в кинорежиссуре. تكلمنا عن مواضيع كثيرة. تكلم هو عن الحياة وعن الموت للإنسانية. يعني كان فعلاً يعني حاجة ممتعة جداً. دائماً يكون الطابع اللي هو ثقافة المخرج تبين بخلال الكاميرا، ولكن مع ذلك يقدر يتكلم مع الناس على صفة عالمية حتى لو كانت اللغة المستخدمة هي لغة ثقافة البلد نفسه. It was very interesting to know the director like on the human level, like talking about his human experience. I think that adds like a lot to the young generations. You know, like it intrigues them to think and reflect. I'm actually at a loss for words from the whole 2 hours. It's probably one of the most valuable cinema talks I've ever been to.